Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть в различные Android-игрушки и возвращаемся в Mobile Legend. Собственно, сегодня мы посмотрим такого персонажа, как Линк. Но сразу говорю, сразу предупреждаю, я очень хреново играю за убийц и в особенности за Линка. Это, наверное, тот персонаж, на котором я играю хуже, чем на любом другом персонаже. Я уже сыграл несколько каток и понял, что я вообще не умею играть за этого персонажа, на самом деле. Но посмотрим, что я могу сказать. Хотя бы посмотрим на самого персонажа. Еще, как сказать-то, ой. Короче, я сейчас нахожусь в таком, знаете, не очень хорошем расположении духа, потому что я слил за него, наверное, каток 6 подряд, серьезно, то есть моя команда даже не пыталась никогда вытягивать, то есть они всегда были в минусе, как и я, собственно, потому что я вообще не умею играть за этого персонажа, но просто, я не знаю, вот всегда подбирать мне ту команду, которая всегда сливается, просто вот всегда, серьезно. Без исключения. Тут в каждой катке, короче, сейчас в обычке есть Линк в команде противника и в нашей команде, поэтому надо как можно быстрее его выбирать, потому что иначе любой другой наш персонаж его просто сам выбирает. Как-то так это работает. Я, в принципе, успеваю достаточно быстро его пикать, но... игра за него меня не очень радует, потому что, ну... Как по мне, вот лично для меня, это очень слабый персонаж, за которого я не умею играть, потому что, во-первых, я не умею играть за убийц. Ну, почти за всех убийц, кроме там, может быть, чуть-чуть умею там за Хаябусу поиграть там немножечко. Давайте мы апнем себе, получается, второй навык и пойдем в лес. Надеюсь, так как в команде противника есть Грок, да, или нет? Да, Грок и Москов, они могут сейчас прийти за моим бафом. То есть они просто могут вот так вот припереться сюда. О, смотрите, Линк пришел. Вот посмотрите, насколько наглая морда. А мы не будем, короче, баф бить. А мы что, дураки, что ли? Линк вообще настолько оборзел. Вы просто видели эту тему? А мне нужно бить баф. А Линк сейчас придет, я вам говорю. А вот и он. А вот эта скотина пришла стелить баф. А мы не будем его бить. Мы скажем так, а иди нахрен, короче, чувак. То есть, видите, он не дает нам баф забрать. Наш стартовый баф. Но сейчас можно уже, по сути, его забрать. Так, Леоморд, не смей. Не смей, тварина. Ах ты ж мразь конченая, ну ты... Я просто охренею, ну почему, чё с тиммейтами нашими, не так нахрена он забрал мой баф? Я без бафа в начале игры настолько становлюсь бесполезен, чуваки. Охренеть можно. Знаешь что, Лин, ты меня задрал, а ну спускайся, мразь. Я тебя, блин, сейчас выебу. Этот баф я забрать не смогу, сразу говорю, мне не хватит здоровья. Поэтому придется пока, видимо, бить вот таких вот ложков маленьких, потому что... А что еще делать? Так, давайте мы... заберем хотя бы монстра. Текс. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, господи, тяжела жизнь убийцы на самом деле, очень тяжела. И вот так вот в каждой катке, каждый раз кто-то мешает фармить, всегда, абсолютно всегда, нету такого у меня еще не было, знаете, такого, что я мог спокойно фармить лес, и мне никто не мешал, вот в каждой, абсолютно в каждой катке вот такие вот моменты у меня были, когда играл за Линка. Я не удивлюсь, если сейчас кто-то придет и заберет еще и моего вот этого маленького монстрика, но нет, мне повезло с этим. Ну смотрите-ка, пока никого не вижу, уже неплохо. Что-то больно меня бьет этот монстр. Они там черепаху слили, и там замесы идут. Но я на самом деле достаточно бесполезен в замесах. Наших выносят, Линк ломает башни. Давайте я немножечко соберу своих кинжалов, чтобы восстановить часть энергии. Заберем баф и немножечко задамажим нашего Хаябусу. Ой, не знаю, зачем я вкачивал первый навык на первой... на две палочки. Так, тут Линк бегает.
Надеюсь, мне здоровья хватит, чтобы завалить эту фигню, и никто не придет мне мешать. Надеюсь, Линк испугается вражеского вот этих вот героев и не будет сюда идти. Так, хорошо. Более-менее. Мы пока не умерли, но, блин, это просто нам везет, я думаю. Как бороться с вражеским Лингом, я еще не понял. Давайте у Леоморда затырим эту штуку, потому что он у нас тоже как-то тырил вещи всякие. Я не хочу... А Эстесто зачем мешает? А, он мне помогает, наверное. Так, ну ладно, в принципе, это я заберу. Так, давайте фармить лес. Пока что особо не высовываемся. Можно вот было сейчас Канаби, конечно, пытаться убить. Но я хочу лес сначала нафармить, чтобы у меня было достаточное количество киллов. Так, мачете собираем. Там мочат нашу вышку. Давайте-ка поможем, попытаемся, по крайней мере. Так, пошла жара. Иди к черту. Отлично, минус один. Наш первый килл. Причем достаточно заслуженный, я бы сказал. Вряд ли, конечно, могли бы его сделать, если бы нам не помогли тиммейты, но... Как говорится, что есть, то есть. Линк силен только при перефарме. Если он не будет недофармлен, он мало что сможет сделать. Наши там чуваки отдают им все, что возможно отдать, конечно. Так, следующий предмет — ярость берсерка. Но мы очень сильно отстаем сейчас. Просто дико отстаем. Так, забираем баф, теперь у нас есть хотя бы баф, уже неплохо. Просто Линк там всех выносит, вы просто посмотрите, он... Точнее, не всех выносит, он нашу башню вынес. Дайте-ка мы его немножечко так остановим. Иди к черту, пацан. Вообще, просто все его игнорируют, я не знаю почему. Ну, я решил его добить. Немножко золота пока не помешает, а вот сейчас можно уже и моба добить. Давайте я ульту использую, не буду с ним долго париться. Наши башни там просто выносят эту за одной, никто не хочет держать линии. Счет в минусе. Так, с Леоморда прессует Грок. О, Линк. Так, надо уйти из радиуса его атаки. Так, Москов. Так, я, пожалуй, отступлю. Вроде парочку убил, на этом надо отступить. Причем на базу желательно. Так, Ханаби, пожалуйста, не трогай меня. Спасибо, братуха. У нас почему-то все хотят сдаваться, и не знаешь почему. Текс. Я очень плохо играю за убийц, поэтому... Сразу прошу большое прощение. Я за них играю очень плохо. Так, они убили черепаху. Причем это сделал Линк каким-то, я не знаю, макаром. Жутким. Так, что-то зря я ворвался, мне кажется. Мне надо отойти бы сейчас. У меня нету энергии. Так, Линк на меня, скорее всего, будет пикировать. Он меня очень не взлюбил, как я понял. Не знаю, в принципе, они как-то играют очень слабо. Команда противника играет очень слабо. Я не знаю, почему мы проигрываем. Наши должны играть еще хуже, а играть хуже, я не знаю, по-моему, невозможно. Так, не знаю, зачем я использовал ульту. Я думал, я не добью Москова, но добил по итогу. Давайте-ка заберем баф, он нам пригодится.
Да, кстати, насчет обилок. Первая обилка, она просто делает рывок, либо спрыгивает с этой штуки. Вторая обилка позволяет перемещаться по стенам, запрыгивать с них. Но спрыгивать можно только с помощью второй обилки, либо обычного удара. Немножко пофармим. Блин. Так, я возьму хилки. Там, кстати, кто-то был из врагов. А, это Лин. Убежал, засранец. Так, я сейчас могу умереть, надо отступать. Ух ты ж, блин. Опасно. Очень опасно было сейчас. Так, там у нас Москов бегает, и вон, собственно, Линк еще врывается. Ай-яй-яй-яй-яй, станы. Но, опять же, очень-очень-очень сильно меня запушили. Наши мне почему-то не помогли в этот момент. Ну да, ну да. Бывает. Ну, то есть Линк не может рваться. Он именно на то, что убийца. Он для убийства одиночных целей. Он не может против команды играть. Хотя бы, по крайней мере, до того, как раскачается. Я не знаю, как вообще Леоморт. Леоморт у нас хорошо играет или не очень? Леоморт у нас играет как дно. У нас все играют как дно. Кроме... Я... Удивительно, что я играю лучше всех, хотя я хуже всех играю. Так. Подруга. Экс. Помогли убить нашего... ну, как сказать, помогли. У нас застилили, можно сказать, так? Текс. Давайте баф возьмем, наверное. Леоморт хочет застилить наш баф. Иди к черту, Леоморт. Так не работает. Хорошо, что у нас есть возмездие. Так, давайте возьмем бесконечную битву. Можно было взять и криты. На самом деле не критично. Так, минус один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего не могу сделать, блин. Ничего не могу сделать сейчас. Когда я спускаюсь, нужно 8 секунд, чтобы выживать. То есть, если вы в течение 8 секунд не простоите или не постараетесь убежать с помощью второго навыка, дальше уже будет хуже, потому что только через 8 секунд отпрыгивание на стены срабатывает. Естественно, еще может закончиться энергия, и вы опять же не сможете использовать запрыгивание на стены. На что надеяться? Да, не знаю, чего. Просто я просто играю за Линка. Я особо не парюсь на этот счет того, что там что-то надеется, все дела. Давайте мы сделаем вот так вот. Ну да, не успел я, к сожалению, использовать навыки. Бывает что. Вот как-то так. Знаете, я вот не буду сейчас, знаете, записывать там еще какое-то видео, да, типа, потому что все остальные катки, которые я отыгрывал за Линга, были, скажем так, намного хуже, да, и я не хочу вот на самом деле записывать то, где я играю вообще как полный рак, чтобы потом меня помидорами не заиграли. Я просто скажу сразу, что я просто хотел вам просто вот чуть-чуть геймплея показать, совсем немножко геймплея за Линга, то есть как играют за него, как, типа, на что он способен и так далее и тому подобное. Ну и, в принципе, все. Потому что иначе, если я буду сейчас играть реально, и мне попадутся реально жесткие противники, я просто сгорю. Я просто сгорю, потому что я вообще не умею играть за убийц. Я вообще не умею фармить лес. Я делаю это все очень плохо. Очень крайне плохо. Именно поэтому я остановлюсь на этом. То есть я просто вам показал героя, показал, что он появился. Играть за него я не умею, скажу сразу. И как бы, как-то так, собственно. Как-то так. Ой, ладно, что ж, с вами был Ник, большое спасибо вам за просмотр, прошу прощения, если что не так, но вот как-то так. Ладно, собственно, всем спасибо за просмотр, всем пока, и мы еще увидимся. Удачи, удачи.